вас слишком такие уж. Мы оживляем их чуть-чуть. Кончики оживляем. Мы сейчас опять начнем писать зеленуху, и потом мы вернемся к маку. У нас еще есть время. Отходите, посмотрите на свои работы. Получается, ну, просто 2 дня, и здесь вы узнаете очень много всего. Так, и дальше, на следующий июль я вам дам, а вы думайте, придете вы или нет. Если придумаете, записывайтесь. Посвященные там будут, типа, в будуаре актрисы. Пласт, посвященный интерьеру. Стол старинный, хранитель времени, с женским образом, в красном платье. Всех, у кого-то чего-то нет, говорите. Розовый, отлично, пусть будет розовый. Давайте. А нету обычного, да? Ну ладно, значит, будет чуть-чуть светлее работать. Так, смотрите, вот на этот мастер-класс, кто запишется, будет умничать. Вот так поставили. Тротуар. Смотрите, много должно быть краски для того, чтобы можно было месить это все. Все знают, да, наш? Потому что это все.
Вот наш шар. Чем? Может быть, у кого не помещается и не надо их делать. Мы еще будем делать дальше эти третьи, четвертые. Но немного. Телефон поменял. Опять же, вот кинули, да, вот так. А потом
Вот у этой. Где будет светотень? Вот где. Вот у этой. А это пойдет. Конечно, череночки должны все стремиться в сторону нашего стола. Как в прошлый раз. Но, как я сказал, что